мы с вами подъезжаем к базару. Как всегда, здесь очень много машин. Эльвира, готова? Вы готовы? Отправляемся, друзья, на базар. Проходим с вами на базар. Несмотря, что сегодня вторник, а народу много. С чего начнем? С чего начнем? Курпача мне нужна, если честно. Здесь очень много продают субпродуктов. Смотрите, какие чистые желудочки. Ничего польза на пан? Вот из? Бери, набери. Дайте мне 1 килограмм. 30 тысяч сум стоит желудок. Это у нас $2.5. Аралаш вот из дамба? Ну, бери. Смотрите, какие кишки чистенькие, хорошие. А гушки еще куда? На, вот еще это к земле. Ага. А? Вот еще такое. Мясо по 70 тысяч сумм, это у нас чуть больше $6. 500 рублей, что ли? Пусть Америка. Мясо хорошее, да? Да. Русский понимаете? Да. А у вас что взяли? Чепсис, доллары. Доллары. Мясо стоит 70 тысяч сум, это чуть больше $6 за килограмм. Что такое? Слитки, что ли, купили? Да. Сколько стоит? 10 тысяч. 10 тысяч. Картошка не шпаль? Килоса. Килограмм картошки стоит 4 тысячи сум, это у нас 30 рублей. И сколько стоит? 7 тысяч. Килограмм, да? Да, 2 килограмма. А, 10 тысяч 3 стоит, да? 3 килограмма 10 тысяч. Лук стоит за 3 килограмма 10 тысяч сум. 75 рублей за 3 килограмма. По 25 рублей за килограмм. Как я люблю совершать покупки. Чур, мне помогает. Здесь продают корейские салаты. Ничего не надо, да? Есть, мы 5 тысяч сум стоит вот такая косушка. Это у нас примерно 37... Это у нас точно 37 рублей за такую косушку. Хайсы жақсы? Бәрі нормально. Бәрі нормально. Какой хороший, да, все нормальные. Требуха есть. Хайсы требуха? Требуха жақсы құрымын. Купим 3 пиалушки салата, отдадим за это 15 тысяч сум или $1.20. Кишер не шпаль? Икеяром. Килограмм морковки, 2,5 тысячи сум или ровно 20 центов или 15 рублей. Базар на Берсин. Тут у нас бабушки продают молоко, консервации, заготовки. Вот эту крупу перемалывают через мельницу, потом получается вот такая, и ее продают. А туда добавляют сахар, масло, и получается очень вкусно. А вот она готовая. Боже, тайюра, дай ему. Гунджо. Гунджо, банкса. Кайса якшырап. Екеуі де жақсы. Бір қыл ма? Парқы жоқ. Мынадан. А, бұл Зағарадан. Мен берейін бе? Біреуін берейін бе? Жеп көрді де қасып тұр. Попробуй сначала. Сейчас попробуем. Мынадан біреуін ал. Сіз айтсаңыз оған. Еще вот это возьми, тоже попробовать надо, говорит. Это тоже попробуй. Будет прям сахара много. Вкусно, как будто ты ешь попкорн. Прям вот один в один с попкорном.
Бу катык мы? Ага. Давайте купим еще кислое молоко. 13000. Рахмет, рахмет. Все, большое спасибо, отправляемся дальше. Салам. Бу нукус мы? Рис, груч нукус айтыла мы? Меня берин. 12000 стоит рис, это ровно $1. Больше 8. Сен телевизор көріп кеп қой. Есіл. Күнде қара. Сізді? Ирахмет. Күнде қарап отырам. Я же кірсек қазды деп по телевизору смотрю. Телевизорды. Я говорю, спасибо. Каждый день тебя сижу смотрю. Мәне. Булада, ответіңіз ма? Ага, 12. А что, рахмет. Базарыңызды берсін. Рахмет. Как приятно. Какие дыни? Это арбуз, дыни, бухалы мы хорошие. Бу тоже хаун? Буханы хай тэлэ нуумы хаунны? Алахамба. А? Алахамба. Алахамба? Дыни называется Алахамба. И нечего ли дан? Килограмм 3500. 1 килограмм дыни стоит 3500 сум или 25 рублей примерно. Ширин мы хазы? Хазы самый ширин. Бу хампыр мы айтыла? А бу не дейли? Гулаба деген, хулда хаун. Гулаба? Гулаба. Нархы бір хыл қамасын ка? Йо, бу арзан болады, таны болсын. А, бу арзан? Килу гулаба. Это дешевле. А бу? Бу харыз, бу барлы бұрды. Кайсы хазыр жуда ширин? 100% ма ширин? Ширин болса берин? Тапан сутар изген. Аха. А сіз тартасыз машинеге? Машинаға бір апарып келейін, етіп тежеу болып кетеді. Тұрап, сырттан мынандай кішкене нормалын түсіндірмедің ба? Өзі қорламайды да бұл зат. Я, мен нағырыс. Өшеріңді берсін. Мен зорымды бердім ғой. Да? Да. Сейчас попробуем эту дыню. Өз кішкене осындай қызғы шереңі тартады ғой. Қой ба? Кішкене қызғы шереңі тартады. Сан сырты қызғы болса. Я тұп қолмасын да қолақлардан. Сладкий? Ширин. Дыня сладкая, но она хрустящая. А? Хорлдан аласам ба? Да, ну нормально. 31 мың ма? 30 мың сом. На 30 тысяч я купил одну дыню, это у нас 250 рублей. 30 мың. 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 Рахмет, со скидкой отдал. Он киловок ма? Пошли, говорит, в машину все это положим. Здесь билет. Базарда мене тапасыз ба? Кай жерде болот? Балыкта? Балык кай жакта? Вот сюда балык. Давай мен мынаны алып койчу. Тарем. Толбой ага. Салам, калай амансыз? Рахат, өзүңүз калай? Салам алейкум. Салам алейкум. Кече балык машинеде. Жерикпе калай? Жаксы, жаксы. Бул карась. Карась. Сигма мусор. 20 тысяч сум стоит караси, это у нас 150 рублей или почти чуть больше Сазан. $1.5. Сазаны 30 тысяч сум, 250 рублей или $2.5. Так, он здесь он алтан берем. Это Ахбала. Толстовик. 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 Белый Амур масма? Толстовик. 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 Вот. Толстовик. Одна рыба от килограмма до полутора килограмм. Здесь рыбу покупают, ее также сразу чистят. Много заказов, вон смотри, сколько рыбы. Много, вот. Лоха, африканский сом. Это африканский сом, буничполь, да? 35 тысяч сум или $3, почти 370 рублей. А бу? Бу? Ахпал. Это толстолобик, 15 тысяч сум. Брелмы? Одна рыба стоит 120 рублей, 130 рублей. Толстовик. Это тоже толстолобик. О, салим. Он отставай. Рахмет, шоссе. Это тоже по 16 тысяч сум или где-то? Разделка бесплатно. Разделка входит. Если покупаете рыбу, разделка входит. Здесь у нас большие сазаны. А это что? Пёстрик. Пёстрик хамадма? Вот здесь. Рахмет, рахмет, здесь халай. Копченый балкан на гора. Вот посмотри, какая говорит, у нас копченая рыба. Вы белый амур мой? Нечь пан? Брелы. Брелы сексин. Налар хархмула. Налар сексин бесмула. Курда, карынлия. Вот такая рыба стоит 40 тысяч сумм. Это у нас где-то 350 рублей или $4. Мне ярла. Вот смотри, говорит, самая жирная. Хархмула.
40 тысяч сум. Міне. 40 мың? 40 мың болады. Что, берем? Як білен. Капчуны ма? Капчуны. Как пахнет вкусом? Вкусом. 40 мың. 20 мыңлық бар. 20 А я гонишь мусульман? Ала вот здесь мусульман. Брю еге. Вот здесь. Еге уж. Умбис, умбис. По 35 тысяч сум. Вот такие вот огромные рыбы. Свежие рыба. Сум это 1 килограмм за 3 доллара или 270 рублей. Вот такая. Боюсь. Змей голов не чпальдан? Вот здесь. 35 тысяч сум стоит змей голов тоже 3 доллара за килограмм. Мы вчера его ели, очень вкусная рыба, очень. Подожди, вы мне так нравитесь в Ютубе. А, вон огромный змей голов, смотрите. 30 тысяч сум стоит килограмм огромного змей голова. Это у нас 2,5 доллара или... Балк берем бесплатно. Йок бесплатно керегимас. Екі балк бесплатно берем. Тазалап, умуржисе. Егон тазалап берем. Неч пульден? Бұл берме ақы бесплатно. Йок. Сіз іште. 13. 13? Берин. Давайте. Он говорит, я тебе бесплатно сейчас рыбу почищу и отдам. Я говорю, нет, мне бесплатно ничего не нужно. Вы находитесь на работе. Сіз не говорите, что я барсам бесплатный была. Азамбе. Мен бесплатно берем деп отырмын. Жоқ, мен алмаймын. Кете алмаймын, бесплатно керек емес. Іште ол, да? 22 тысячи сум, купили вот такие рыбки. Я тебе говорю, их сразу почищу даже. Узеге станцевать дес ма? Я дам их. Сам буду чистить. Он без усов махвала. Она он без, не он алта, не он без. Кто еще не подписан на этот канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Абуна Булин лайк. Я связи вал, когда отхватил да. Вон еще муза. Готовы? Ага. Анча там где-то? Здравствуйте, салам алейкум. Все такое. Я вас знаю. Ирина. Эльвира. 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 Какие красивые перчики. Истища-то. Давайте. Смотрите, кимчи стоит 10 тысяч сум. Вот такая вот банка. Это 75 рублей. Купим кимчи. Сами дома делаете? Да, дома делаем. Мухлис деген ерлер по-русски это. Подписчик? Да. Дугона, Подруга. Подружка? Да. Я вас очень... Остаюсь, смотрю. Спасибо. Очень приятно. Вкусная капуста? Не острая. Курпачи. Джокла? Сутта магазин где была? Сутта, она яка храп шықты тесен. Я мна тур магазин. Тур шықсам, он якин. Онга сол яқта сыртта бар. Магазинда ма? Бар, ала. Сорап бара бериң абыста. Рахмет. Я говорю, где можно купить курпачу? Прямо направо, и там у людей спрашивай. Килограмм яблок 8 тысяч, за 2 килограмма 15 тысяч сум или где-то 130 рублей. Как хорошо с кем-то на базар ходить, когда помогают. Все, что покупаешь, передаешь. И сейчас я не могу контролировать, мне надо купить все, потому что руки-то свободны. Я хочу курок курпачу. Прям, я знаю, какую я хочу курпачу. Вот я что хочу, курпачу. Я теперь буду спать на курпаче, поэтому хочу себе купить. Салам алейкум. Нич пульдан? А, продавца нету? Мы сами, говорит, покупатели. Вроде бы 70 тысяч сум стоит вот такая вот курпача. Или... Чуть больше 6 долларов. Хайны варанда, бризумы. Курдем дайм ба. Ничпур? Бризумы. 110 тысяч стоит вот такая вот готовая курпача уже внутри, чтобы ватин была. Бризумы читала пайкте.
Кстати, красивая же курпача у меня вот такая придумана. Друзья, здесь я привожу свой инстаграм. Можете подписаться на меня и следить за мной в реальном времени. Будете самыми первыми узнавать, где находится Эльвира. Спасибо большое. Қарақалпақша румалы бар ма? Қарақалпақша? Бұл қарақалпақша ма? Қарақалпақша. Нек бір? 15 000 сумм стоит пакет. У нас где-то $1 и 20 центов. А қызыл бұна? Бұлар ма? Аха. Бұл қарақалпақша ма? Яқ, бұлар қазақша. А, бұл қазақша ма? Қарақалпақша. Міне қарақалпақша. Как у нас у татаров? 20 000. 15 000. На улице, на улице. А, да? Платки, представляете, по 5 000 сумм, по 37 рублей. Один платок 37 рублей, а второй платок 100 рублей. 20 000 сумм. О, курпачи! И зеленую я вижу. Салам алейкум. Дайма, юхма? Дайма, бармас. Нечего пользу дайм? 120 000 сумм стоит готовая курпача. И че, окна? Хочу посмотреть внутренность курпачи. Смотрите, вот такие вот курпачи продают по 120 000 сумм. Юзун жигрме. Две штуки мне надо. Юзун блям бермесме? Ты что, две бери подушки? Все, короче, купила себе две подушки, две курпачи. Мне завтра гости приедут. Эджи, пуля, аласма? Эджи, акша, аласма? Шаритан, алмы? Все. Все. Рахмет. Сауболин. Сауболин. Как опасно? Румол, ничпун, вумбесин. Румол, верин. Что, тоже и кем? Грел? Жупа? Май, жуп-жуп! Жуп деген жақсы болады. Сызба өзіңіз? Жуп, жоқ. Жуп болады, тақаныпсы. Қазақанасы боламын. Я говорю, мне можно платок? Когда говорит, нет, надо только парно брать. Ты что, ты сама замужем? Я говорю, нет. А говорит, будешь замужем, бери два платка. Ой. Сейчас. Этот... сейф опустил, по-моему. Остался еще один запасной вариант. Рахмет! Из жуткова вайта. Амин шулай был, сын? Да. Все, Рахмет, соболин. Ого, что я купила, видели? Все, я проголодалась. Вот! Самса, беляши, гыш, беляш, картоф, балық, қауырдақ, шо жерге. Эйлі, айтайын, сауқатларнамыз кейін барас. Самса, беляши, балық жоқ ма? Балық құрылақ. А? Балық бар. Балық бар. Балық бар? Балық жеріміз? Қынақа балық? Балық. Балық. Бәрі? Башқа ема? А, пельмен бар ма? О, жек пельмен? Не, майды беляши, қырмыш. Қырмыш? Қырмыш бар ма? Бар. Енді бізді анандай. Майды беляш қойшы. Берен қырмыш. Әне мұшын сүйеті бақ, құрым. Сіз талап алейін? Қайсы балып? Смотрите, как здесь жарит рыбу, нарезают. Ол тайын тұрмы ғой? Тайын тұрпта ғой? Ала мен 80 мың. Берейін. Қайсы 80 мың? Ну, 80 мың ғой. Ірі сынал. Бәрі десі. Осы басқаша бұл. Сіздің мемлекетіңіз кім? Қазақ мемлекет. Қазақ ұшағасыз сіз. Жазира аты. Жазира. Табын қара қойдыңыз. Не дедіңіз? Уруғы ма? Спрашиваем девушки, вы кто по национальности? Она говорит, я казашка. И он говорит, кто род? Род какой у вас? Урук какой? Сразу урук, да, білішкерек? Білішкерек, бізде сол арты. Немеге?
Ағайынды қоламыз қой еді. Ааа, мен мұнан телевидение неден көретін едім? Таяқтан көретін едім. Басқа нелерді YouTube-тан көретін едім. Ол Шымбайдың жартысы көретін. Ал тағы көрсеңіз сіздің меніңізге шай іше жақ. Ааа, болды, молодец. Пожалуйста. Я говорю, а зачем вы спрашиваете у нее, из какого народа? Обязательно надо спросить, вдруг я ее дядя, брат. Очень приятно, говорит, я же тебя всегда смотрю, Рахмет апа. Сам садись, ма? Да. Сам садись. Неге барсыз ба? Тон, ақша бар жоқ барсыз ба? Азамат қолыма алып барады қазыз, а? Пробуй, бірі бұл қанына қабалы. Ақбалық ма, ба? Вкусная рыба в Кыргызстане. Матай, матай, танисты, шавандос? Матай, матай. Матай, матай. Матай, матай. Танисыз ма? Айна, қонсы бол, қонсы. Алмахон апа. Алмахон апа. Стоматолог. О, друг мой, видите, подписался. Все мои друзья теперь. Стал также подать бунибу? Кирашки. Нет. Кырмыш. Кырмыш, кырмыш. Это как? Пельмешки, только жареные пирожки. Кырмыш. И не чпуль кырмыш? Не чпуль кырмыш? 45 классов. А? 45 классов. 45 тысяч сум стоит килограмм кырмыша. На русском как вареники. Это же как микрочебуреки. Это как семечки. Рыба вкусная, мясо белое. Матай ага мен қадырдамыз. Матай ага, зор адам. Какой вкусный кармыш, вообще вкусный. Номер один. Здесь Шымбай, знаете, да? Это национальное блюдо Кыргызстана. Кармыш. Нам подали вкусный карашай. С молоком. Горячий самсу. Просто так поставили на стол. Вы зали отмали самса? Подарок. Представляете, мне самсу подарили. Я же не просила, она говорит, это же подарок. Ладно, ладно. Это подарок, это лучший подарок за сегодняшний день, посмотрите. Подарок мой. Туда яхша подарка. Красивый подарок, аппетитный подарок, хрустящий подарок. Так охота, но горячая. Ой-ой-ой. Жип курин? Кур. Кур. Кура? Это лучшая самса, которую я ела. Она настолько нежная, хрустящая. Это действительно лучшая самса, тесто лучшее. Джуда ширин, джудая. Вкусно. Очень. Все, друзья, приятного аппетита нам. Мы сейчас поедим, чай попьем и поедем. Сейчас скоро будем здесь. За весь стол мы должны заплатить 80 тысяч сум. Это у нас примерно $7 или 650 рублей, что ли, где-то. Ну, вы видели, нам было много рыбы. Мы с собой причем взяли. Нам подарили еще самсу. Все, пустой сейф. Пустой. Всем спасибо, до свидания. Все, дачи керегимас, рахмет. Йоқ, сіз ге? Сіз официант болдыңыз, рахмет. Сіз кетсейк. Сіз кетсейк. Эльвира, поставим телефоннан. Көрсеміз. Кеп тұрын. Рахмет. Кетеміз. Ден саулык. А я с кем пришла? А Курпача? Все, друзья, едем в Нукус. Мы сегодня с вами были в Чимбай. Сейчас я отправляюсь в Нукус собирать вещи. И сегодня я улетаю в Ташкент. Друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Как всегда, мы с вами познакомились с хорошими людьми, прекрасно провели время, прогулялись по базару. Чимбай мне очень понравился, я здесь была второй раз.
Здесь очень добрые люди. Так что я приеду еще. Берегите себя. Помните, что вы у меня самые лучшие. Нажимайте лайки. А вот теперь пока-пока. Вы посмотрите, сколько всего я набрала. Здесь пахнет рыбой, котыком, дыней. Всем вперемешку. О, теперь моя новая гостиница. Кира приехала в гостиницу. Сейчас нужно разобрать, что уходит мне, что я оставляю куандакага, потому что с собой не повезу. Я хочу. Пока, от души. Еще хорошо. Позвоню. Жене привет, семье привет, детям привет. Спасибо. Все, Эльвира едет домой. Это тоже все мое. Это мне все нужно сейчас с собой забрать. Все, друзья, хорошего мне полета. Пока-пока. Сейчас я вам расскажу прикол. У меня же здесь курпачи. А знаете, в что я засунула в пододеяльник, который мне дали в гостинице? Я сейчас ухожу с этим дрявым пододеяльником. Он мне говорит: блин, еще с этой простыней уходите, все увидят, что вы украли. Я говорю, я же не воровала ее. Простыня дрявая, если что, я ничего не воровала. Я выгляжу так, как будто я реально ничего не ворую, мне как будто дают. Я сейчас так смеялась много. Зато будет спать на чем. Интересно, меня вообще в аэропорт пустят, нет? Типа у меня перевеса нет. Ладно, зато у меня есть теперь на чем спать.